Сегодня наш муниципалитет входит в тройку спортивных лидеров Кубани. Славянские спортсмены защищают честь района, края и страны на чемпионатах и первенствах Европы, всероссийских и краевых соревнованиях, Олимпийских играх. И добиться таких высоких результатов было бы невозможно без планомерной и целенаправленной поддержки спортивной отрасли и развития ее материально-технической базы. Сегодня в Славянском районе успешно развиваются 24 вида спорта, а совсем недавно появился еще один, 25-й. В спортивной школе «Олимпиец» создано новое отделение «Прыжки на батуте». Сформирована группа начальной подготовки для детей в возрасте 7 лет. Это группа начальной подготовки первого года обучения, 8 ребятишек в группе. Занятия проходят 3 раза в неделю по 1,5 часа. То есть занятия бесплатные, но пока что это как бы пробная группа. Я думаю, что со следующего года, может быть, еще будут группы. Главное заинтересовать, чтобы дети потянулись, чтобы дети пошли в спорт. То есть, чтобы, во-первых, это дает очень хорошую координацию движения. То есть она нужна не только даже для спорта, для жизни. То есть очень хорошая вещь – это прыжки на батуте. Инициатором создания отделения прыжков на батуте стал депутат Законодательного собрания края Виктор Чернявский. При его содействии из краевого бюджета был выделен 1 300 000 рублей на приобретение 2 тренировочных батутов и наполнителя для поролоновой ямы. Ребятам, делающим свои первые прыжки в большой спорт, очень нравится здесь заниматься. Тут мне очень нравится, и тут прикольно. Мне нравится прыгать на батутах. Приобретенные батуты профессионального соревновательного уровня. На них смогут проводить тренировки не только юные батутисты, но и легкоатлеты, готовясь к соревнованиям. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».